Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Румулус, шестая миссия, Блэкстаф. Здесь холодно и темно, а мы устали. Мы уже так долго идем, а признаков жизни все нет. Боя еще не видно, но уже слышен шум. Северные земли захвачены крысами, жестокими, но трусливыми тиранами. Когда-то я убил их отца. После него осталось трое сыновей. Все как один негодяи и жалкие трусы. Младшему из них, Руперту Силвербеку, поручено захватить болото. Солдат попросил нас очистить замок от воинов Силвербека. Он сказал, что там находится Томас Блэкстаф, и он уж точно не откажется от помощи. Я сказал солдату, что еще до заката замок будет спасен. Великолепная анимация, конечно же, третьего Стронгхолда. Вот каждый раз радует мини-история. Но что хотелось бы добавить, это история с змеёнышами, точнее крысёнышами, потомками того самого крыса, которого мы якобы победили в предыдущих частях игры. Получается, у нас и змеёныши должны быть, и волчата, и, скорее всего, поросята. Если уж следовать этой логике. Сначала дети, потом внуки будут и так далее. Бесконечная борьба для вселенной Стронгхолда. Так, отлично. Ладненько, давайте посмотрим, что наш противник текущий сделает. Не тратить зря стрелы! Бейте в цель, парни! Так, как видите, наши лучники благополучно разбили первый отряд противника. Так, я думаю, здесь можно кого-то подбить. Так, 14 лучников, как видите, это сила для этой игры. Готовьтесь к бою. Немного нас подбили. Сэр. Ладно, не печально. Нам нужно добраться до вот этой вот точки. Особых проблем это не составит. Конечно, нужно быть максимально аккуратными. Противник вполне поддается дрессировке. По моей команде. Огонь! Жду распоряжений. Копья наперевес, сэр. Господи помилуй. Я готов, сэр. Проткни врага стрелой. Парни, гляди веселей. Стреляйте! Так, отлично. Ну что ж, лучники благополучно позволяют справиться нам с врагом. Вот за это я полюбил этих лучников. Уходим, парни, построиться в колонну. Так, что у нас там крестьян? Ну, крестьян практически не осталось. Новый приказ? Парни, прикончите их! Вашим услугам, милорд! Бейте в цель, парни! Стреляйте! Так, отлично, сняли еще немного юнитов. Снова в путь, милорд. Ваши верные лучники. Ополчение готово. Так, что тут есть еще? Заметил вражеский патруль. Так, вражеский патруль, это серьезно. Лучники, в путь! Стрелы в бою! Ну, как видите, лучники нам позволили еще один отряд разбить. 14 лучников у нас остается до сих пор. Так, есть еще небольшая баррикада. Так, противника здесь тоже вполне реально победить. Ладно, ладно. Я готов, сэр. Мы постараемся, сэр. Выходим на позиции. По моей команде. Врагу пришло подкрепление, милорд. Ребята, в хорошем настроении. Так, отлично. Противник наступает. И, соответственно, теряет. Очень много теряет. Приказы? Новый приказ? Так, маленькое подкрепление, конечно, для меня стало неожиданностью. Быстро! Уходим. Так, ну что, что? Парни, гляди веселей. Так, отлично. Да, сэр. А, милорд,
лучники! Так, ну еще одно препятствие есть на нашем пути к победе. Милорд, туда мы не доберемся. Так, давайте хотя бы кого-нибудь отвлечем. Лучники, готовьтесь к бою! Ха-ха. Да, не тут-то было, не взять им нас. Куда мы не доберемся? Укажите цель, милорд. Мы готовы. Противник, конечно, силен, но и мы не промах. Я готов, сэр. Так, давайте. Немножко надо подвести еще сил. И все будет хорошо. Я в этом уверен. Так, давайте, давайте поднажмем противника. Так, превосходно. Ну что ж, практически это победа. Лучники наши должны забежать во внутреннее пространство данного замка. И... ну что ж, великолепно. Вот она победа. Благодарю всех за внимание. Мы прошли эту короткую миссию. С вами был Ромулус. До скорого!